Приветствую вас. Давайте мы с вами разберем ваш текст, потому что в нем есть несколько достаточно интересных моментов, на мой взгляд, вот, которые требуют своего внимания. Встречается девушка уже полтора года. Значит, ну, полтора года это срок достаточно большой. Да, тут это не месяц, не два, не три даже, да, ну, полтора года. А вы встречаетесь с девушкой полтора года. А что у вас общего с девушкой? Вот, ну, грубо говоря, что вас объединяет? Что вас объединяет? Почему вы вместе с ней? Что вас связывает вместе, опять же, с ней? То есть это чувства? Если да, то какие это чувства? Если это общие интересы, например, то какие это общие интересы? Общие интересы, опять. Вопрос. Да? То есть это вот нужно исследовать. Что нас объединяет с девочкой? Потому что полтора года это срок большой. Достаточно. Вот. И тот момент, почему вы вместе, тот момент, что вас объединяет, что, по сути, создает ваш союз, что вас связывает, это нужно исследовать. Далее, значит, за это время, пишите вы, я к ней недостаточно хорошо относился. Но я сам этого не понимал, в итоге она страдала. Недостаточно хорошо относился, ну, вы к ней недостаточно хорошо относились, с точки зрения кого? То есть вот вы к ней недостаточно хорошо относились, с точки зрения кого? С точки зрения чего вы недостаточно хорошо к ней относились? То есть, кто определяет, вот, где достаточно хорошие отношения, а где нет? Допустим, вы действительно относились к ней, ну, не так хорошо, допустим, не так хорошо, как могли бы, к примеру, да, вот. Ну, не так хорошо вы к ней относились, как могли бы, допустим, да? Если это так, то что побуждало, например, вас? Что побуждало, что мотивировало вас на то, чтобы относиться к девушке, к вашей, ну вот,
так как вы относитесь. То есть негатив, то есть недостаточно хорошо. Какие у вас были для этого основания относиться к ней? Как там? Мне кажется, что ваши отношения к девушке, каким бы оно ни было, нужно раскрыть. Потому что у него есть причины. У такого вашего отношения к ней. Дальше, вы говорите, вы этого не осознавали. Не осознавали, что плохо к ней относились. Ну, да, потому что для вас это было естественно. Для вас, естественно, было такое поведение. А девушка почему-то его не принимала. Ну, вот не принимала вас. Это, конечно, очень интересный момент. Почему она не принимала вас таким, какой вы есть? Ну, потому что я не думаю, что вы прямо хотели свою девочку там унизить, оскорбить и так далее. Вот. Если честно, я думаю, что вы ничего плохого ей не хотели. Изначально. Вот. Так в чем же тогда проблема? Так, в итоге она страдала. То есть вы считаете, что страдает она из-за вас. Получается. Вы чувствуете себя виноватым. За свое поведение. Получается. То есть вот вы чувствуете себя виноватым за то, что вы себя вели естественно. Ну, так выглядит, по крайней мере, ваша мысль. Вы вели себя естественно, девочка этого по ряду причин не поняла, не приняла, и теперь вы себя, ну, теперь вы себя вините, теперь вы себя обвиняете. Это вопрос. Почему так? Дальше, значит, так, сейчас все вылилось в очень жесткую ссору. Ну, надо сказать, что в ссоре ведь участвовали и вы тоже. И вы почему-то ссорились с девушкой. То есть это вопрос, опять же, к вам. Но она ссорилась хорошо, она с вами ссорилась, потому что страдала. Ладно. А вы ссорились с ней, почему? Вот именно вы. Почему с ней ссорились? Именно вас что мотивировало ссориться с ней? Это вопрос, на мой взгляд, достаточно важный вопрос. То есть нужно понять, какой вклад в ссору вы внесли. К тому же она у меня очень ревнивая, что значит у вас? Она не ваша собственность, что значит у вас? Да, здесь есть проблема личной границы, где я, где девочка. Она у меня очень ревнивая. Я решил пообщаться со старой знакомой, скрыл ее в друзья, чтобы она не узнала. Но так как эта знакомая меня лайкнула, все вскрылось, стало еще хуже, хоть я не собирался ей изменять.
А почему вы, зная, что она ревнивая, пытались кого-то скрыть? Вопрос. Вы не уверены в себе были? Вы стыдились? Помогите советом, как решить эту проблему и помириться. Ну, со своей стороны, относиться к ней хорошо. Не только вот присылая видео, где вы играете на гитаре песню и даря хороший букет, а постоянно. Но если она действительно ревнивая, то ревность — это ее проблема. И она, эта ревность будет только усиливаться. Вот. То есть это вопрос, для чего вам с ней мириться? И что вы вкладываете в это слово, вот, решить проблему? Ну, потому что, допустим, если вы помиритесь, да, то... Это не решит проблему ее ревности, например. Она не станет меньше ревновать от того, что вы помиритесь. Например. Так что вот. Такой момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.